Так, здравствуйте. Сегодня я опять на жилом комплексе Метропарк, город Рязань, застройщик Северной компании. С клиентом был сейчас на показе, ходили, смотрели здесь квартиры. И вспомнил про одну просьбу. Вот в комментариях в YouTube меня попросили на моем канале показать видеоролик квартиру. Она немножко необычная, такая угловатая двушка. Вот как бы выполняю просьбу, думаю, вам понравится. Получилось так стечение обстоятельств, что вот как раз вот недавно вы просили, а сейчас я все это выполню. Сейчас прикреплю планировку вот этой квартиры, но сейчас посмотрите, а потом мы туда воочию зайдем и посмотрим. Смотрите планировку. Так, ну смотрите, вот мы с вами продолжаем. Планировку вы посмотрели. Сейчас покажу вам саму квартиру. Ну, что-нибудь вам порассказываю, свои впечатления. Сейчас зашел так на разведку. Что-то мне понравилось, а что-то очень понравилось. Вот мы с вами входим в квартиру. Перед нами получается 7-метровый такой вот коридор. И вот такая вот классная, классная две стеночки, уголочек, в который встает большой нормальный шкаф-купе. То есть, ну, вполне реально. То есть, раздевалку и шкаф еще купе воткнуть. То есть не обязательно, я так думаю, что если взять побольше какой-нибудь, то нормальный, не обязательно какой-нибудь шкаф городить в комнате. Здесь места хватит, не знаю, там, под все что угодно. Так, ну и мы с вами дальше идем. С левой стороны санузел. Ну, пока темно, тут санузел 4 квадратных метра. Опять же, как я думаю, у меня дома санузел 3,5 метра. И я все там уместил. И ванную, и умывальник, и стиральную машину, и унитаз, соответственно. Здесь как бы даже площадь больше, я вижу, стенка шире. Соответственно, здесь без вопросов все это уместится. Дальше у нас кухня. Кухня 10 квадратных метров. Вот сейчас люди тоже приходили, смотрели. Тут в этой квартире, что необычно, и чем она необычна, так, сейчас развернусь немножко. Тут вот, смотрите, еще одна комната. Сколько она есть? 12,8. Я просто подглядываю тут планировочку. И еще одна комната 15 метров. Она вот на планировке, она видно, что она такая чудноватая, вот с таким уголком. В принципе, ничего такого я как бы не увидел. Тут большое окно. В принципе, нормальная комната. Здесь поставить диван, телевизор, мебель вполне расставляется. Так что неплохо. И вот, что еще, какая фишка, плюс, минус, там, как сами смотрите. Тут лоджия, вот она, видите. И сейчас я так перелезу. Она, в принципе, на две комнаты. И здесь будет, соответственно, ну, пластиковая часть, вот это окно, вход. То есть, получается, на все комнаты лоджия. Вот сейчас люди пришли, говорят, нам 10 метров кухни маловато. Да что я предлагаю, ну, в принципе, логично. Да, так как у нас батареи будут вот у внешней стены, вот здесь вот, это внешняя стена дома, то, соответственно, можно лоджию в этом месте продвинуть и увеличить кухню. И вы в этом не единственную лоджию там, грубо, разрушаете там, или лишаете себе. У вас еще вот есть... Вот, пожалуйста, вот здесь вот, смотрите, какой большой. Можно там оставить здесь на две, там, две комнаты. Или, например, может быть, вот здесь оставить лоджию. Ну, стеночки, правильно, вот здесь вот сделать вот так вот. А здесь убрать, тоже расширить комнату. Так что тут на любой вкус. Можно этой лоджии и целиком полностью оставить. Ну, с одной стороны, я думаю, она такая большая. Можно увеличить какие-то фрагмент там помещений, кухню, допустим, или одну из комнат, и демонтировав вот, немножко, перестроив вот эту лоджию, вполне это можно. Так, ну вот, вот такая вот квартира, просили ее показать, пожалуйста. Я сейчас нахожусь в 6-м подъезде. Если планировки будете там смотреть, в руках у вас будет вот такая вот книжечка там от Северной компании с планировками. Это в 6-м подъезде. Вот она такая, вот такая вот. Вот я вам сейчас показывал. Вот такая вот квартира. Так, я сейчас на 3-м этаже. Ну, так, повожу вам камерой там. Не только, чтобы квартиру вам показать, что вокруг творится. Но перед нами торговый центр «Метро».
Соответственно, если вы такую квартиру берете выше, высоко, метра вы не видите, а сверху вот так вот будете смотреть на Московское шоссе, на вот эту дорогу. Ну, с левой стороны жилой комплекс «Меркурий» строил также застройщик северной компании. Это вам, пожалуйста, о репутации строительной компании. Вот такие классные дома она уже построила в Рязани и сдала. Ну, а с правой стороны, ну, вон сейчас, как раз я через вот эти окошечки вам покажу. Вон торговый центр «Премьер», «Ашан», все тут рядом. Все тут, пожалуйста. Ну, вот такая вот квартира. Я думаю, кто интересовался, вот довольно показал вам квартиру. Но тут есть много других планировок на всякий случай. Так что можно прийти со мной, опять же, созвонившись, прийти посмотреть и эту, самим мебель проставлять, и другие посмотреть квартиры. Ну вот такая двухкомнатная квартира, жилой комплекс «Метропарк», северная компания. Так, ну чтобы не одну квартиру вам показать, раз уж я здесь в подъезде нахожусь, сейчас покажу вам трешку 82 квадратных метра. Ну и пойдем, сейчас смотрите планировку и идем с вами в саму квартиру. Так, ну смотрите, вот мы входим в саму квартиру, это у нас дверной проем, трехкомнатная квартира, две комнаты на одну сторону и кухня и комната на другую. Вот входим с правой стороны, в принципе, место под раздевалочку. С левой стороны, ну если планировку посмотрите назад, там вернете видео, это такая двухметровый санузел. Санузел этой квартиры раздельный, ну это трешка, понимаем, да? Так, в левую сторону у нас получается кухня 15,5 метров. Это вот туда на сторону, он как раз немножко уголком стоит. Это туда на сторону Ашана. Опять же, тут метра. Смотрите, какие классные окна красивые. Не белые какие-то, а цвета, там окон интересные. То есть все такое квадратное, большое. Напротив еще одна комната. Эта комната уже с видом на дворовую территорию. Потом первый подъезд перед вами. Так, ну и прямо идем. Еще одна комната. По планировке можно посмотреть. Перед нами получается еще один раздельный санузел. Ну тоже с унитазом. То есть два санузла получается. Тут уже в этом санузле уже, соответственно, и ванная. И 19-метровая такая вот кухня. Кухня такая интересная. Тут получается такая вот выдвижная как бы лоджия. Она вот такая как бы сбоку. Вот. Видите, вот эти два окна, это еще от этой квартиры. А вот кухня, она, в принципе, она здоровенная. Ширина 3800, почти 4 метра ширина кухни. То есть по метражам, если понимаете, то есть это такая вот широченная кухня. Есть как бы и зону, где разместить. И стол поставить, и на лоджию выйти. Лоджия тут нормальная, широкая. Сюда можно даже хоть какое-нибудь кресло выставить или столик. Попить кофе, если нужно. Ну, вот такая вот трешка. А то вдруг приду домой, кто-то скажет, а покажи нам эту трешку. А я вас уже опередил. Пожалуйста, вот она. Так, ну, выходим на территорию. Так, ну, в принципе, все вам показал на сегодняшний день. Опять же, подытожим, жилой комплекс «Метропарк», застройщик северной компании, город Рязань. Нужны консультации по планировкам, по ценам, по наличию квартир, по вариантам там, покупок, ипотеки, рассрочки, акции, скидки от строительной компании. Звоните мне по телефону 8-910-973. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Также вайбер, ватсап пишите. Сейчас вот активно люди пишут, если, допустим, не из Рязани, то есть общаемся с людьми там, ну, по всей России, там, я думаю, что понятно, отсылаю планировки, поясняю, так переписываемся, то есть как бы результат тоже есть. Я вам наприсылаю, посмотрите, были варианты сделок, когда
ну, людям было доходчиво все понятно, и мы сделки делали на расстоянии, особенно там ипотека, если Сбербанка, то есть, вот знаете, да, там электронная регистрация, люди даже не выезжают сюда, мы, в принципе, все оформляемся вот так вот на расстоянии. Но я с другими городами там работал, с Нижневартовском, мы квартиру оформляли, перекидывали документы по почте там с другими банками. Просто электронная регистрация только у Сбера, ну, тоже удобно, если у вас ипотека Сбер, если хотите купить квартиру в Метропарке, в другом регионе, там можно это все делать, не надо вам выезжать, если решение уже у вас принято. Обращайтесь, до свидания.